Эй, Войд, Войд, да чё за... А где аристродруиды, блядь? Яси. Так интересно, у него тоже есть чешка, блядь. У Пузера, блядь. Я чую читерство. Пацаны, всем здорово. Да ладно, серьезно, три лока и ни одного дела. Рофлите. Там, есть. Кстати, турбо, а не вы берешь, он же осколки лутает, помнишь, да? Хмурый. Он плюсовал только что. Я со связью, чё я без связи? Слышно меня? Хьюстон, Хьюстон, прием. Не, на работу завтра. Я в рейде. Войд. По идее, мастер может не сделать КВ на профа сегодня. Но могу сама попробовать, если он... Окей. На великана квест возьмите все. А припоты будут? Можешь мне отдать, я раздам.
Вой. А можно тебя попросить? Давай одного лока в демона спекнем. Хули тут 3D. Пожалуйста. Потому и без Элемы, и без, блин, и без демона вообще. Хоть самому делай демона, блядь, и ходи в рейде. Это... Сова есть зато. Господи. Так какой шмот на демона лёг, Карл? Здравствуйте, шмот на демона. Ну такой же, как и на Дестрика, здравствуйте. Как и на Африка, здравствуйте. Вот расскажи мне. Во, Виби, брат, давай в демон. Пожалуйста. Да, братан, я тебе припотов. Дал точно. Виби, да, тебе в демона спекаться. Ой, слышь, ну танков у нас до хрена, давай я магом закрою Лича. Ну, на ласта. Если ты хочешь... Все, окей. На X10 фуловый демон лок, короче, косарь 200 СПД нон-стоп, он, блядь. Распределяю. Ну, если сразу, то да, так нет.
продала она. Маркрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. И откуда опять? И откуда все это богатство? Блядь, не неси хуйню, пожалуйста. Там ты хуйня, охуенный этот пародия. И вообще, извини, я хочу слушать это во время рейда, блядь. Цитаты великих, нахуй. В смысле, у нас это, как бы, еще босс не идет, можно хуйню. Тупо ебать, блядь. Пока бо... Ну так, ну так и да. Согласен. Я запомню, блядь. Можно даже не... Ты пожалеешь об этом. Можно даже не нести, можно даже, я так сказал, волочить ее за... Типа, водка, блядь, что-то там. 20 километров, типа, вода 200 метров, так и за водкой попёт. Ну там что-то типа того, да. Тут протекторист хотелось бы сказать, ну ладно. Надо Виби Великого засумонить, он демон спец. Самый охуенный чувак на сегодня. Просто... Надо вот так вот делать, вообще. Нихуя себе, в хилов, блядь, значит, спекают, да? А в демона, типа, не спекают, нихуя себе. Не, ну кому, то я буду, блядь, давать 11 тысяч, а то я буду давать там 13 тысяч, да? Есть разница? Есть 2 тысячи, не благодари. Спасибо. Маги, дайте столик. Давай мне. Да ебэ, пожалуйста, на Войд, ну ёпта. Мне не нравится босс. Мне моя жизнь не нравится. Можно мне ЕП за это? Спасибо. Братан, чтоб просто СПД, блядь, рейду давал, как вот, как не в себя, брат. Блядь, накроет этот мир волной смерти и разрушения.
А он по тактике Алисы играет. Ну так и шо, вы видели, турбо 18 на 2К больше, чем обычно. Потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Смотрите на свои руки, задумайтесь над нелепостью их строения. Так мы через задон ролим или просто ролим? Ну, этот лут, этот лут не получится так. Аддон не реагирует. Пусть Магна, зачем тебе щит? Поставь на меня, пожалуйста, какую-нибудь метку, я буду стоять с правой стороны от всего рейда. Подходите кому-то там. Шаман, тебе щит нужен, подходи, забирай. Да, я все забрал. Там мог по рейду гуляет, ваншот. А, сам могу поставить. Нет ничего невозможного. Его сила... Там мог по рейду гуляет, забери. Все убили. Ну а как его собрать, если там мимо? Так, 825 ГП. Так их бить нельзя, они, блядь, за Evasion, нахуй, за это. Я ебу, как подойти похилить танка, если ты подходишь и умираешь, блядь? Да.
Кольчужный шлем Рольц. Кому нужен? Объявление кину. Ну, написано 820. Здорово, народ. А есть место еще? Бля. Хуёво. А на шлем. Ну, давай на замену кинь меня. Танкодру. Шаман это за ГП, но так как у нас лутер не РЛ, сначала ролл кому надо, потом по приоритету. Ну вы оба на офф кидаете ролл, приоритету и выше. Ну, половину же. 5%. А чё так? Там цифра 800 написана. Блин, танки, ну может вы заберете мобов? Ну чё они по рейду ходят? Может быть на них написано мимо и забрать Unreal? А где ты двоит смотришь эти цифры? Я смотрю под шмоткой. Ну да, а там 825. А почему? Почему вторая, если он на мейн забирает? У него говнощит там. То есть, если вы мне в хэме отдадите, блядь, за первую нахуй, да, можете мне кикать. Почему мне Глора дали за первую цифру? Потому что щит считается оффхендом, ребята, алло, здравствуйте. С каких пор щит считается оффхендом, блядь? С таким, с каких щит... и катушка считается оффхендом. Еще раз спрашиваю, вот это вот надо кому-нибудь? Да, мне интересно. Блин, это шаман просто так у нас ничего не забирается, я уже распалил. Я с радостью продал. Но это правила такие, это я придумал. Я знаю, что осколок это бесполезнее, чем тебе шмотку на это отдать, но, к сожалению, не получится. Да там шаман хотел на энха забрать шлем, а я его уже распылил, и у нас же правило уже то, что там минимум за 10%, но это на третий спек, а у тебя второй. Да он поздно написал его. Ребят, вы, если что, там, не обижайтесь, вы мне подсказываете, какие шмотки бисы для какого персонажа. Вот, блядь, чтоб я не наебался. Я просто, честно, у меня времени нет вникать, там, для кого там кожа бисы, на варов, на всяких, на ретриков. Так я рыбу жду. Как мы дохнем все полы. Ну так обычно вы ставите.
вашего господина! Ты не в силах противиться моей воле! Ну вот смотри, моба милики вообще не бьют. РДДшники в себя рефлектят. Ну, блядь, вы издеваетесь, ребят. Как там не включился аддон, он это показывал только массовое начисление ЕП и все. Добейте его или довольно! Пришла пора взять все в свои руки и не в сил противиться моей воле. Невосприимчивость. Герм. Да, тут есть. Турбо, а сколько у тебя уже осколков? Сейчас. По разроли скажу. Там 12, по-моему. Да, тут потом. А там квест есть внизу? Надо, надо взять. Это Виби, пока не бьем ничего. Ты как делаешь? Ты беса нон-стопом на босса? Или только по прокам? И кто там у тебя? Кого ты брал? Ну, профитнее всего беса брать. Ну, понятно. Нужно так, беса. А у вас там это, ребят, у вас у четверых аддон не включен. У Bloodfallen, Виби, Микстурка. Это... У Шамана. Когда фулл проки у тебя есть, пускаешь беса, он критует, вешает баф. Убираешь его, чтобы баф оставался. Вот. И пускаешь его только после того, как баф заканчивается. Просто когда у тебя спадают трини, мы не получаем СПД. 412, 200...
Да там он на второй спек хочет друить себе. Нет, почему? Да. Да тут по 5 раз тыкать приходится. Блин, а вот в бой зря вступили. Я даже лут забрать теперь не могу. Ну вот, подожду. Рольте пока вот этот, пожалуйста, шлем. Рога, я тебе это, плюс мне поставь в чат, я тебе за 10% отдам кинжал на мутик. Это турбойс говорит, если что. Рольте, пока посмотрю. Ну там, может, на второй спек надо. Ну, Микстурич идет с ДД спеком. Мне тут на танке ничего не надо. Нет, это на третий спек. Ему на третий надо. Он нажал кнопку. Что? Да, Войд, это за замену. Вон танка друг хочет на замену, ему ЕПЗ дадут. Он полностью в это присидит, а вдруг... Ничего, кто сюда бегает? Чё за парашу? Почему во время боя нельзя лут раздавать? Чё за прикол? Ещё вопрос, а на лича места будут? Уступит кто-то? Лично, да. Я бы уступил, но я хил. Так я тоже хил. О. Ну вот, ты цешник? Я друид. Так, хожу налево, я тебе на третий спек отдаю, потому что по под лаз у тебя нету 10 щипа. Виби, подойди к кому-нибудь, сдохни еще. Гля, как переживает, да? Естественно. Я ему банку на... А он сейчас сдох, пиздец. Она, между прочим, денег стоит. Алиса, упрись в бортик сзади тебя и не будешь откидываться. Вот. Только его подвинь, чтобы из-за палатки было видно рейду. И встань в бортик, спокойно и стой бей.
Ребята, я там немножко трэша вам еще это сагрил. Готовьте, сейчас со спины пойду. Давай. Там, кстати, можно в палатку зайти, чтобы не прилетать РДДшникам. Ну это так. Нет, не в это. В другую. Ну я там не буду один стоять. О, пошлите. Палатки для слабых, настоящие мужики не боятся полетов. ВДВ. Совы не летают. Да, я ж говорил, я друг турбойса походу пришел. Да. Причем лучший. Отходит, я его ставил. Это как раз те ребята возле квест. Можно будет на этом этаже сдать. Да. Так, ну что там, где мой величественный цирк? Необычно мне падает как бы героическое нихуя. Комбо. Потому что чума еще висит, вот и комбо, ты за чумы. На Ашке агро. Биби, брат, иди ко мне, лучше я, чем... Сейчас я сдохну. Почему? Постоянно висеть у нас. Хо! Нихуя себе, поезд. Они наверх побежали, на наверслип. Блять. О.
Один, да. Второго челан забрал. А вот еще один спустился. Все здесь внизу. Что они вообще здесь делают? Я только дракон. Этот мог где этот квест сдавать? Они там же с другой стороны бегут, типа атаковать. Типа, эй, там, ну по ивенту. Большого чубрика, они с другой стороны бегут там. Ну, они побежали с другой стороны и наткнулись на текстуру и провалились вниз, учитывая, что здесь леди. Вот и все. Когда родился? Мобов там никто не смотрел на этом этаже. Там боешек не было, а то вот на мне висит. Что-то все равно ну, комбо. Ну. Вдруг кто-нибудь залезал. На Затуле не праздник просто. Все, спал комбат. Не так, правда. Ну давай. Медведь говорил, что это наш. На почту вот шейперу. Войда уже бакенбарды завиваться начнутся. Бля, давайте ебанем корабли, пошли уже. Уже. Давайте ебанем Войду. Войда? Войда тоже можно. Одного бойца забыли. Сейчас шансон в пуске. Забил правую. Каску можно помогать? И друида скибал. Ну ладно, и без каски норм. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе прорвем! Аркету делать нечего! Скоро мы... Пехота, сержанты... Я думал, ты сам себя накинешь. Ты же говорил. Есть 15. 125. Сложный вопрос. Махка льется. Побольше бы туда прилетали, что ли? Огонь! Пехота, сержанты! Ой!
Там одна пушка чилит, не стреляет, говорят. Говорят, третья. Слева, если считать, вторая справа. Походу, то кто умер, я так понимаю. Софт. Я сяду, давай, царь обезьян сяду. Не-не, давай тут. Иди, не бей, я отстану. Я ранит. Пиздец, маг долго подыхал. Если ты не засранец, бери с собой и ранец. Я могу, конечно, ОПшка побить мага, да? Вот да, блядь, танк вообще. Да, ты сказал про танков. Я улетела, как все съебались, я не знаю, что тут делать. Должна как капитан судно последнее уходить. Гребаные шовинисты. От сундука отойдите, там двое у нас где-то летают. Поставьте шкаф, давайте их засуманим. По 10к мортирщики могут бить, если вы в этой хуйне стоите. Потом поставь шкаф, куда ракеты засуманим, бить. Там помидорку. Помидоринку с это засумуньте, я виби засумоню.
закрываю. Не достаю. Слишком далеко. ДС. ДС я в ГБ забираю. Сейчас. Ремонт инкрю стоят. Дис. Что тебе нужно? Нет, надо. Берем. Дархрон, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Как у них нет от 10 тысяч ЕП. А, только на Невиш. Вместе мы разрушим этот мир во имя плечи и восстановим. Так, царь обезьян, третий спек. Ты не забывай, я третий спек нажал. Да, я вижу, вижу. Ну, у тех просто нету 10 тысяч ЕП. И приоритет. Не, ну я могу им отдать, и пускай им ГП даст, если им надо прям очень. Просто, ну, блин, я его честно взял по тесте. Давай там, кому надо, я после этого боссу отдам. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Да, я перейду. Ну все, скажите, кому отдать, я отдам после босса. Что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Софт Райну отдай за это, за фул ГП. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля меча? Нет, не по уши был. Да, кстати, лучше я понял, почему он за пол не хочет, что. Ну вернее, за 10%. Я его потом за минор куда-то, ребят, просто будут обгрейживать, и там вообще получается лишняя цена у предмета. От этого планы, блядь, вскрываете, ломаете людям жизнь. На ШП это не топовое кольцо. Леди РП ловкость. Урсуали.
А чё, я заберу. А кому там его передать? Софтрейн лок в первой пати. Софтрейн, сейчас. Где-то есть. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Так, блин, где он есть? Дверь откроем, две минуты. А плащ на третий спек тоже? Это тоже хороший плащ? Или так? Это на приста. Почему на третий? Потому что это ДЦ. На ШП, в принципе, с ним можно ходить, но лучше там это крит хаст. На холи приста его не возьмешь, потому что холи присту крит важнее. Царь обезьян. Царь обезьян. ШП нет, ШП лучше с этим, как он называется, блядь. Вальки, да. Ну, токены по-любому. Он только мейн. Только на мейн спик. Я, в принципе, вот если его одеть, я с ним буду в шипы бегать сейчас, но только потому, что у меня стоит такой же, только с критом за ОД. Ребят, хожу налево. Токен только за фулл ГП. 495 отдается. Тебе надо оно, нет? И это 27 с меня снимите за то кольцо. Да, я сейчас сниму, сейчас заберу, блядь. И тут я говорю, короче, нажимаешь на получение лута, и тебе надо 8, мне вот ровно 8 раз надо щелкнуть отмену начисления массового ГП и, ой, ЕП. И еще потом 2 раза на каждого щелкнуть, чтобы отдать лут. Короче, ебать, у тебя все сложно, брат. Да это пиздец, я не знаю. Ребят, я у себя подержу печеньки, если кому-то надо, там, паладиновская... Паладин, жрец, чернокнижник, две печеньки одинаковые лежат. Если захотите за фулл ГП, пожалуйста, они здесь еще останутся, ну, до конца... времени, потом я их просто выкину. Да, я в ГБ положу. Блин, ну давай ты потом с Мидвеем вот эти покупки. Я все честно просто буду отдавать туда, а там дальше уже решайте, что купишь из гильдии. Я бы с радостью бы отдал, но... Конечно, ничего не хочу сказать, но какие покупки в Ерейде? Ну, блин. Ну, 23 срани ты подаришь кому-нибудь? Нет. Там же продает. Он же продает эти шмотки, и потом фласки покупает, всякое дерьмо. Одна кирды. Ребят, вы там мобов осматриваете, вдруг боешку заметить.
что не групповая добыча стоит. Чтобы лишний гильд голд не терять. Такой пошел, ворвался, блядь. Сдох и танкеры заметили. Войт. Воу. У меня есть гениальная идея, Войт, давай ты в танка, а Минзурка в антика, блять, вообще заебись будет. Да. Войт, погол так пешком один рейд пройдет. Боешку забирай кольцо. Ух, вот это боешка, вот это целая банка. Дерьмо я. Ага. Ребят, не пульте, пожалуйста, собак. Я БЕшку заберу, а то они быстро исчезают, эти черти. Не пульте собаку, привели собаку. Гениально, блядь. Ладно, блядь. Давайте быстрее, то не пульте, вы, блядь, разберитесь уже, а? Ну их просто хлопнуло, блядь, и всё. Да, я зашёл сейчас, приду. Я зашёл в инст, я сдох, что? Я вас резко приду, нет, не вставайте. Блять. Да на нем походу доты висели, пока он встал. И на нем комбат остался. Выйди с места. Вообще выйдите все нахуй с места, блять. Все, она на место бежит, походу. В таргет никого нет. Чулан, по-любому. Я в курсе, я в каз даю, блядь, сипуху. Они мгновенно лопнули, блядь. Два. Я второй не заб... это не успел забрать собаку. Заебись, оно, кстати, по-моему, 1009. Там нормально. Да. Ну, не 9. Ой, на геру уже пока... пора бы кашные фласки. Кашные. В смысле копай, ты же покупаешь.
Да там не кошмарник, там лотос больше стоит. Да, кошмарник это не беда. Проблема в лотосе, не заработает. Там лотоса просто больше надо, чем кошмарника, по-моему. Да, просто. А так? А, ну, нет, значит, кошмарник дороже. Лотос, кошмарник 120 галдес. А то там же, по-моему, если у тебя, короче, этот... Ай. Посветлый алхимик, там что-то... По-моему, флаг может делать с одной там. Вплоть до трех, ну, что ли. Ну, это самое больше, я еле 12 штук делал за один час. Дай ленту микстурки. Ну, давайте ролить. Я подкаст молитву кину. Мункаял выиграл. Я фловый тупо умер. Потому что у нас нету этой хила, который хотает. Спека какого-нибудь шамана в этого в Элем, в этого поле приставки. Я давал уже. Я даю. А он все равно в процентации бьет. Вонючку! Сейчас получите! Ну, этим, а уешку так убивать не будет, наверное. А, Е в процент. А, это. Короче, на проф мне, блядь, точно надо будет филаскать, иначе это будет дробить полную.